Lenuchka voleva fare ancora l'esercizio Z9, facciamolo. Grazie mille, Lenuchka. Тем более, что Лени не было в прошлый раз. Я закончила на 15-м, поэтому, Леночек, до 15 предложений, включительно твои. У меня были сплошняком косяки, сразу тебе скажу. А ты будешь делать остальные? Да. Окей. Поэтому, comincia allora, abbiamo un tour de force da parte di Lена. Да, заполнить пропущенные предлоги. Прости. Билл, по имени не можем предполагать, что он кто по национальному. Дорогая, Билл его зовут, да? Да. По имени мы можем предполагать, что он кто по национальности. Скорее всего. Вот. Поэтому Соединенные Штаты — это не место направления, это место происхождения. Так. Из Соединенных Штатов. Ди это предлог места происхождения при глаголе быть. При остальных глаголах не будет ди, а его братик. Да. Да, плюс артикул. Да. No, Соединенные Штаты это множественное число. Далла? No. Далли. Да, это будет всегда моя большая проблема. Non solo la tua, Beh, vieni dagli Stati Uniti, tacnie. Из какого города? No. E глагол, потому что такие будет, тот же, venire, не essere. Поэтому будет тот без артикуля. Да. Да, Нью-Йорк. Бен. Томас и Андреас. Они по национальности какие? Томас и Андреас. Литовцы, видимо. Немцы. Нет, подожди, по-итальянски пытаюсь вспомнить. Тедески. Тедески. Поэтому Германия это какое место? Происхождение или направление? Происхождение. То же самое. Б. Да. Плюс артикул. Да. С. Томас и Андреас vengono dalla Germania. Германия. Германия. Тетеск де Чермания. Точнее? Да, Берлина. С. Мартин и чего? Он? А из Монако? Но это не Монако, это Мюнхен. Монако. Б. А что здесь пропущено? Предлог тоже что? Да. Тут только предлог Ленок. Все вот эти. А, да. Мартин Борман. Он кто по национальности? Немец. А Мюнхен это место направления или место происхождения? Да. Поэтому? Да. Но здесь да. Глагол быть. Быть. Это спряжение глагола быть. Не да, а братик его. Ди. Вот. Ди. Си. Мартин и ди Молеко. Си. Questi студенти sono... Они англичане, Лондра. Sì. Vado a casa per studiare. Studiavam. Нет. Pagasalvam. Andare. Какое управление глагола мандаре при втором глаголе? Втором глаголе. Не знаю, vado a casa a studiare, вот. Что ли, везде sì. A? Sì. Ужасно. Дальше. André a casa di Paolo. Sì.
Теперь опять andare или ног? A. Eh sì. A riprendere i miei libri. Sì. Не, я здесь не пойму вообще. Управление, глагола, andare. При втором глаголе A. Просто andare A. Все. Bene. Как-то так, Леночек. При втором глаголе, Да. Bene. Дальше. Vado da Paolo. Bene. Domani mattina. Domani mattina parte da Francia. Можно, no, da plus articolo. Dalla. Sì. Dalla Francia a Parigi. No. Per Parigi. No. A Cuda. Di Parigi. Da Parigi. Есть второй вариант. Если в Франции это не место направления, место направления per la Francia, per Parigi. Beh. Parto della Roma. Da Roma. О. Прилог. Место происхождения. При глаголах движения это да для городов, да плюс соответствующий определенный артикль для стран. На чем? Parto da Roma. Sì. На чем? Можно con il treno, con il... sul treno. No, sul treno невозможно. Con... In treno, con il treno, вот два варианта. Marco va... dalla università. No. V università, не из университета. In. No. У меня, у тебя 100 рублей, у меня 100 друзей. L'università. Пугачева. All'università. Grazie. A piedi. Sì. Giorgio invece va con l'autobus. Bene. Vorrei vivere in Italia. Sì. Tacinie. A Firenze. Bene. Andrei Cuda? Да. Но. Предлоги места направления и места нахождения такие же, совпадают. Поэтому в Греции и в Грецию это один предлог. In. In Греция. Греция. Точнее. В какой город? Атене, может быть. Ад. Атене. Ад. Б. Мария ва. К кому? Dal parrucchiere. Sì. Per tale. No. Какое управление? A. Вот. Andare. A tagliarsi i capelli. И здесь мы остановились, да? Нет, на... мы сделали еще 14 и 15. А, пожалуйста. Stasera non mangio a casa mia. Sì. Ma... U моих родителей. Da miei genitori. Da plus articolo. Dai lì? Dai. Ah? Dai. Dai. Ah, dai. Dai miei genitori. Bene. Genitori. Esco di casa. Sì. Pascocca. Otto. Понятно, ma prodotto pezzo. Осторожно, мы листопад. Но две. Алла. Две. No. Две. Две Пугачёвы. Алле. 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 А Элизия никогда не образуется в множественном числе. Алле отто. Си. Va bene. Всё, да? Давай, твоя очередь. Vado alla stazione. Си. In autobus. Per... con... con l'autobus numero 8.
не было бы уточнения, было бы возможно использовать in. Потому что номер 8. Вот. При уточнении надо использовать обязательно con плюс артикул. Con l'autobus numero 8. Abito da solo? Sì. Non con sì. mio fratello. Bene. Tu попроще, да. Не говори громко. Нет, вот это предложение. Следующее уже, да. Abito con mio fratello, non più. Ma ni so in brata, ma a uso e brata. Abito da sì. mio fratello, non più a casa sì. di Paolo. Bene. Dopo cena gli studenti vanno a prendere un caffè sì. in centro? Sì. Oh, è progresso. In centro. Elena va al dottore. Camu. Dal dottore perché ha la tosse. Кашель. La tosse. Уже много лет. Già. Ma già это не та ни предлог, это на речи. По-русски используется на речи, по-итальянски используется предлог. Да. Да. Жуть какая. Ну то есть надо как бы запомнить, что если «даль», то дальше будет автоматом «да»? No. Нет, не связано никак. Не связано. Ну просто тут да. Уже, когда это уже потом указывает на срок, по-итальянски не будет уже, а будет да. Не будет «да», а будет да. Ладно. Studio l'inglese. Уже год. Per un a? Что я сказал? Да. Да, un anno. Sì. Non fumo più da sì. due settimane? Sì. Sarei felice andare alla vacanza? In vacanza? Sì, ma è per il prelog che vuoi? Никакого. No. Есть. Глагол бит. Прилагательное. И потом второй глагол в инфинитиве. Между ними ставит ди. Ди? Си. Саре феличи ди андаре ин ваканса? Си. Почему андаре ин? Потому что нет второго глагола. Да. Все понятно. Ми саре бы пьючуто мольто лавараре. На несколько лет. Gli anni scorsi. Per sì. qualche anno l'ester. Zagranizzi. Pugacciova? All'estero. Это упражнение называется «Почувствуй себя дебилом». Нет, это предложение называется «Угадай мелодию». Девушки, есть два прилога, которые относятся к срокам. Сроки, которые начались в прошлом и продолжаются до сих пор, определяются посредством предлога «да». Студиамо итальяно quasi da un anno. Мы изучаем итальянский язык. Почти год, как мы изучаем итальянский язык, либо изучаем итальянский язык уже год. Почти уже год. Окей? Поэтому будет как, либо уже. И относится к тому, что началось в прошлом и продолжается до сих пор. Окей?
Per – это предлог, который относится к сроку, срок который. Который. Начнется через какое-то время. Vivrò a Milano per 2 settimane. Budu žit v Milane na 2 nedelje. Прошлое, а это к будущему. Okay. Трафра, вот мы тут писали, трафра, это через, через это не то, все, поняла, va bene. Следующее упражнение, Z10, будете делать дома. Это очень просто. Надо пристроить приложение в множественном числе. È una città molto piccola, это очень маленький город. Sono città molto piccole, это очень маленькие города. Единственное, которое не меняется по числу, это наречие molto не меняется. Наречие не меняется по числу. Bene. Сейчас, девушки, возьмите учебник. A pagina 248 e ci time e tu statiu pro italianski e gazieti. Pagina 248. Lena, i giornali in Italia. Sì. I quotidiani. Allora, quotidiano è eta successviten, è ta prilagatene, которое приобрело качество существительное. Vidi prilagatene, quotidiano, znaczy ежедневni. Здесь имеется в виду ежедневні издания. Maggior prestigio. Sì. Что это такое? Prestigio, это prestige. Самые престижные итальянские ежедневные издания. А Diffusione Nazionale. Sì. Sono il Corriere della Sera. Sì. E la Repubblica. Sì. Con una tiratura di circa 1 milione di copie al giorno. Sì. La stampa e il giornale. Sì. Ce ne sono poi altri che hanno una lunga tradizione alle spalle, ma con una diffusione prevalentemente sì. regionale. Ad esempio la Nazione di Firenze, il messaggero di Roma, sì. Il Resto del Carlino di Bologna, il Mattino di Napoli. Bene, самые престижные итальянские ежедневные издания с диффузионом, это распространение, с национальным распространением, это какие? Курьер della Sera. Sì? Вечерняя карьера. Вечерний курьер. Вечерний курьер. Sì? Sì? Республика. Sì. С. Тиратура. Тиражом. А, тираж. С тиражом примерно в миллион копий в день. В день. Bene. Как еще? Стампа. Печать.
Печать и... Газета. Газета просто. Бе. Пой здесь, есть, значит, кроме также, того, кроме есть... Того, еще есть другие... С? С? У которой есть? Долгая. Долгая традиция, наверное. За? Alle spalle. За плечами. За плечами. Se. Alle spalle. Ma con una... Но с распространением, превалентементе, в основном... Превалентементе. Se. А, превалировать, типа? Превалентементе регионале. С распространением в регионе, наверное. Регионально. Региональным распространением. Bene. Например? Например, нация? Си? Нация, а потом что там? Из Флоренции. Из Флоренции. Из Флоренции. Флоренция, ага. Вестник? Мессаджеро. Месседж? Но. Месседж это месседж. Мессаджеро это вестник. Вестник из Рима. Си? Например... Еще. Сдача от Карлино. Сдача от Карлино? Sì. Была такая монета, называлась Карлино. А ты с Карлино мог купить хлеб, и потом возвращаешься домой, сдачи купил... А, сдачи, на сдачу купил Карлино. Газету. Бе. Из Болоньи. Sì. Утро из Неаполя. Va bene, Леночка. Un fenomeno tipicamente italiano sono i quotidiani di informazione esclusivamente sportiva. Sì. Stadio, la Gazzetta dello Sport, sì. Tutto Sport, sì. Che tirano ogni giorno centinaia sì. Di migliaia di copie. Dai. I giovani italiani non leggono molto i quotidiani. Diani, ospedali. Sì. Il 43% legge sì. Un quotidiano almeno tre volte alla settimana. Sì. Il 25% tutti i giorni sì. Si interessano soprattutto alla cronaca, sì. La nera in particolare, ma anche all'attualità, sì. Agli spettacoli, allo sport. Beh. Феномен типичных итальян. Итальянское типичное явление. Типичное феномен типичного итальянского явления. Это. Это ежедневная информация, Это ежедневные издания. Издания. Исключительные. Спортивные. Не. Си. Стадион. Си. Газета. Газета. Спорта. Спорта. Все о спорте? Или весь этот спорт? Или как? Весь спорт. Весь спорт. Б. Которые издаются sì. Каждый день. Издаются в каком размере? В сотнях. В сотнях тысяч. В сотнях тысяч копий. Б. Итальянская молодежь не очень много читает ежедневных газет. Да? 43% читают газету, короче. Газету меньше 3 раза. Но, хотя бы. Хотя бы 3 раза в неделю, 25% каждый день. Sí. Их интересуют. Их интересуют. В основном особенно хроника. Sí. В основном желтая пресса. Черная хроника. Это убийцы. Убийства.
качества, sì. А также Allora, potete назвать attualità età. Женитьба звезд, разводы звезд. То есть это вот эти вот все... Госсип, короче. Да. И спорт. Спектакли и спорт. Va bene. Ragazze, abbiamo finito per oggi. Mercoledì cominciamo la lezione numero 12. La lezione numero... Vieni, tu ci sarai mercoledì? Pocada. Adesso, Vabbè, cominciamo la lezione numero 12. La lezione numero 12 spero. È più leggera. Tema будет степени прилагательных, начнем с сравнительной степени прилагательного. Я старше, чем ты. Вот. Давай это по-английски, по-итальянски будет по-другому. Va bene, grazie.